Попробуйте разнообразить привычные блинчики с помощью ягоды. Не только цвет, но и вкус получается ярким и оригинальным. Рекомендую всем хозяйкам на заметку рецепт приготовления черничных блинов. Необычные по цвету и оригинальные на вкус черничные блины можно готовить не только на завтрак, но и как десерт. Для их приготовления понадобится спелая и сладкая черника. Разрыхлитель сделает тесто более пышным, чтобы оно не опало. Блинчики тоже будут тогда пышными и воздушными. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Отделите белки от желтков, белки взбейте в крепкую пену. Смешайте муку с сахаром, солью и разрыхлителем. К желткам добавьте размягченное сливочное масло. Жду ваших лайков и комментариев. Следом добавляем теплое молоко, все как следует размешаем. Добавьте полученную массу к мучной, размешайте до однородной консистенции. Потом добавьте в тесто чернику. И добавьте аккуратно взбитые белки. Выпекайте блины небольшими, но толстыми. Жарим их на разогретой сковороде с маслом, с двух сторон. Подавать готовые черничные блины можете с пылу с жару, со сметаной или вареньем. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Яйцо 2 штуки, молоко 1 стакан, мука 1,5 стакана, разрыхлитель 2 чайных ложки, сахар 3 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, масло сливочное 3 столовые ложки, черника 1 стакан, масло растительное 50 мл, количество порций 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До свидания, друзья!